Друзья, привет! Во второй части продолжаем тренировать, учить и разбирать Seven Nation Army, фингерстайл аранжировку. Первый ролик, кто не видел смысла вторую часть, сейчас смотреть нету, посмотрите. Здесь мы продолжаем и учим куплет. Напоминаю, сыграли вот этот риф. Пока забыли про все щелчки, которые мы делали. Нужно сейчас к этому рифу добавить мелодию из куплета. Первая струна играется три раза открытая. Дальше. Пятая на седьмом, вторая на восьмом одновременно. И первая открытая дважды. Здесь все просто. Риф продолжается. 7, 5, 2, 0, 3. Двойка, вот с последней двойкой нужно опять добавить ноты мелодии. Первая открытая струна вместе с пятой, потом вторая на третьем, первая открытая, вторая на третьем. Получается. Про аппликатуры я не говорю, потому что здесь есть варианты. Пробуйте, как вам удобнее. Сыграем в ритме. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. И еще быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь давайте, кого-то обрадую, кого-то огорчу. К этому всему нужно добавить бочку, которую вы разбирали и отрабатывали в предыдущем ролике. Все то же самое, что сейчас происходило. Давайте я больше про это говорить не буду, я просто скажу, где играются бочки, там к концу разбора будет вообще понятно, какая форма, где что стучать. И если у вас получилось, вы просто сами пробуйте, добавляйте, играйте. Если вам сложно с бочкой или пока сложно, забудьте, потренируйтесь потом. Пока давайте продолжаем разбирать, также буду показывать без вот этих бочек ударов. Сыграли, дальше. Опять ноты из рифа, ну я их называю, пятая струна на седьмом ладу. С первой открытой, раз, два, три. Вот этот переход. Здесь все просто, раз, два, три. Потом еще раз басовая с первой струной. Четвертая на пятом с первой. Четвертая на втором с первой. И четвертая открытая с первой. Последние две ноты на пятой струне без этих нот. Пробуем. Три, четыре. Сейчас буду вам вступить. Давайте сразу с этого рифа. Отсюда. Три, четыре. Еще раз. Три, четыре. Thank you.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И еще быстрее. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вы должны прям загнать в пальцы мелодию. И если она у вас за 2-3 повтора уже зазвучала, все, идем дальше. Если нет, паузу на ролик и поиграть еще, посидеть, чтобы все это заучилось. Не записывайте, играйте, запоминайте. Дальше. Дальше эти две части нужно соединить. Давайте в медленном темпе попробуем. 3-4. Еще раз. 3-4. Давайте сейчас быстрее сыграем, но я вам скажу, как продолжение играется. Все то же самое, но... То есть надо повторить еще один круг, все, что сыграли, но вместо второй струны на восьмом ладу с пятой струны нужно сыграть первую на седьмом. Вот все отличие. Попробуем. Первый круг и второй круг. 3-4. Быстрее. Пробуем. 3-4. И еще быстрее. 3-4. Дальше куплет не остановился, но это мы перекинем в следующую часть. И еще раз напоминаю, что к этому всему добавляется бочка. Или не добавляется, если вы пока не в состоянии. Но попробовать стоит, особенно если вам нравится, как это звучит. Если не нравится, забудьте на долгое время или вообще не пользуйтесь этим. А если нравится, один раз отработав, поймав вот этот прием, неважно на какой песне, допустим на этой, добавить его дальше, соединить с мелодией, ничего не стоит. Там, буквально 5 минут, даже не задумываясь, это уже органически все получается легко и непринужденно. Но поначалу, конечно, трудности вызывает. Все, здесь мы разобрались. Спасибо, что посидели, посмотрели. Всего 10 минут. Если хочешь продолжать, 10 минут, следующий ролик, доучиваем до конца куплет.
А там останется, я думаю, еще одна часть на ритм. И все, песня готова. Не забудь оценить ролик, подписаться, чтобы не пропускать следующие видео. Откомментируйся, если что-то не получилось или что-то наоборот получилось. И переходи к следующему видео.